Идем далее. Президент Латвии Андрис Берзинш должен оценить свое соответствие занимаемой должности. Открытое письмо с таким призывом главе государства направили представители латвийской интеллигенции. 400 деятелей культуры и других известных людей. Причина недовольства – реакция главы государства на события в Украине. Нам стыдно, что наши интересы представляют первые лица других стран. Президенты Эстонии, Литвы и США, пишет президенту Латвии интеллигенция. При этом Андрис Берзинш публично мнется, не формирует свою позицию. Он готов принять в Рижском замке агрессора и нарушителя прав человека Владимира Путина. В канцелярии президента напоминают, что Андрис Берзинш выступал с множеством заявлений по ситуации в Украине. Совершал и личные визиты. Это все доступно и в нашем веб-сайте, и распространено. И, во-вторых, то, что действительно очень, скажем так, непонятно, с одной стороны, то, что акцент ставится именно на приглашение президенту России, якобы оно сейчас в силе, и президент России может в каждое время сюда приехать. Хочу подчеркнуть, что это приглашение в 2010 году высказывал бывший президент Латвии Валдис Затлерс. И по принципам дипломатическим такие приглашения не отзываются, они просто формально остаются. В работе президента Берзинша не было никаких активных таких шагов, чтобы это приглашение действительно внедрить в жизнь.